Да, господин Д. Да, ну что я хочу отметить. Значит, это вот, так как озеро, оно ледникового происхождения, вот, вот острова, которые, их там около 160 на Селигере, имеют такую очень холмистую, как сказать, такую поверхность, рельеф, потому что, видимо, ледник, когда шел, он как бы вот как раз вот эти вот острова, вот такие вот, что вот, где были впадины, они сюда вот все это выходило, вот, и озеро более 500 тысяч лет, поэтому вот эти все острова, вот видите, уже там с тех лет, как говорится, уже там елочки, палочки выросли, вот. Такая вот, пошлите дальше, там очень красивая местность, такая, где можно оценить высоту этих холмов, так сказать.